Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди. Мы играем в приложение ВКонтакте, сегодня поиграем в игрушку «Универ». Так, ну что ж, у нас 5 сентября, уже все дети пошли в школу учиться, дети, взрослые, не знаю, все пошли учиться, это хорошо. Вот, поэтому, ну, насчет этого давайте что-нибудь такое познавательное с вами снимем. Вот «Универ», у меня есть играть, зачетка пригласить, посмотрим, давайте зачетку, вот я, кот такой, учится, имя Дарриди, фамилия Дар, образование неоконченное, факультет, статус, прикольно, мне нравится, то есть, зачетки друзей есть, можно посмотреть, ладно, пока что назад, давайте нажмем играть, филологический, география, спортивный, музыкальный, культурное искусство, информационная техника, иностранный язык. Давайте музыкальный. Кто создал величайший балет «Лебединое озеро»? Дмитрий Шостакович, Петр Ильич Чайковский, Модест Мусоргский, Сергей Прокофьев. Петр Ильич Чайковский. Кто является исполнителем песни «Натали»? Стас Михайлов. Натали, так, Михаил Круг, Игорь Николаев, Григорий Лепс. Григорий Лепс, ой, я дурак. Не, давайте, что тут есть, подсказка, троечка. Тут можно подсказка отличника, убивает три неверных варианта. Подсказка хорошиста, убирает два неверных варианта. Подсказка троечника, убирает один неверный вариант. Заменить вопрос. Продлить время на ответ до 1 минуты. Давайте в меню пойдем. Да, я уверен. Так, играем филологически. Давайте попробуем. Слова, употребляющие лицам определенной профессии. Слово, определяющие лицами определенной профессии. Омографы. Давайте подсказку отличника. Выберем. Профессионализмы. Отлично. Да, но просто не для меня, я совсем тупой. Тайно шучу. Ну, блин, ну тут такие вопросы, я не знаю, я это вообще уже не знаю. Создательная и сознательная имитация индивидуальной манеры в сатирических целях. Сатира. Так, уберем два этих пародии. А я не успел, что ли? А, три из этих слова синонимы. Назовите четвертое. Вурдалак, вампир, упырь, вервольф. Вервольф. В каком веке христианство раскололось на православие и католицизм? Давайте уберем один неверный вариант. Это не в 10-м точно. Какой-то 19-м. Я думаю, в 16-м. Ой, нет. Я пипец. Кого ласково назвали батяне в песне группы Любы? Комбат батяня. Комбат батяня, точно. Кто бежит на ловца из известной пословицы? На ловца и зверь бежит. Отлично. Ну, неужели у нас что-то получается? Назовите фамилию квартирной хозяйки Шерлока Холмса и доктора Уотсона. Миссис Вудсон, миссис Липсон, миссис Хадсон. Миссис Хадсон, точно? Вспомнил. Так, какой предмет одежды в старину называли епанчой? Епанчой? Давайте заменим вопрос. Какое написание правильное? Винегрет, винегрет. Английский писатель, автор романа «Книга джунглей». Вторая книга джунглей. А, тоже, точно, это же этот, как, ну вы поняли. Так, давайте, знаете, в меню пойдем. Так, физико-математически, давайте посмотрим, какие у них там вопросы. Результат операции умножения. Умножение. Ну, сумма.
Произведение? Ёлки, ну я тупой. Характеристика по поверхности, отражающий свет. Блеск, лоск, свечение, блеск. Так, кто создал первый удачный американский вертолет? А, удачный, именно удачный. Подсказка отличника. Игорь Сикорский. Какое сочетание у клинка спортивной рапиры? А какое сечение? Спортивная рапира. Круглая, прямоугольная, треугольная, ромбовая. Прямоугольная. Спортивная рапира. Прямоугольная. Значит. Ой, твою ж мать. Это что получается? Минус один. Разделить на 14. Сначала что тут у нас? Минус два. 20. Ответ ноль. Твою ж мать. Я не посчитал правильно, все правильно, ответ ноль был. Какой император изгнал Овидия из Рима? Клавдий? Август. Это же был август, точно. Я вспомнил, это было в августе. А как звали Чичикова? Николай Иванович. Чичиков Павел Иванович. Кто заведовал в помещении время всей псовской охоты? Жуез... А, это ловчий, 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 ловчий. Так, давайте посмотрим, что там еще есть. Я вообще плохо отвечаю на вопросы. Химико-биологический. А, парный экскретор орган. Парный экскреторный орган, образующий и выводящий мочу. Почки. Ну да, это почки. Совокупность организмов, обитающих в толще воды и не способных активно сопротивляться переносу течениями. Планктон, группа. Планктон. Планктон что, не способен передвигаться? Я не знал. Так, как в таблице Менделеева обозначается химический элемент линии? Литий. Ли. Кто из этих американских киноактеров был неоднократным чемпионом мира по культуризму? Я не знаю. А, это Шварценеггер. Точно, ёлки-палки. Кто из этих животных... А, кого из этих животных звали Джерри? В мультфильме Том и Джерри. Том, Джерри, это был мышонок. Что из этого не является головным убором? Митра, Бекеша, Папаха. Митра, Бекеша, наверное, Митра. А это тут, блин. А какое животное является неофициальным символом Демократической партии США? Слон, жираф. Почему мне кажется, слон демократии? Осел! Как называется один из двух спутников Марса? Фобус, спутник Марса. У него много же спутников. Что означает дорожный знак, перечеркнутый музыкальный рожок? А, так. Ну, сложные вопросы. Вот, ну, в принципе, поиграть можно, как бы, для общего развития. Я всем советую поиграть в эту игрушку. Вот, называется «Игра Универ». Так, ну что ж, я думаю, я с вами попрощаюсь. С вами и то неохота что-то как-то позориться.
Вот. Ну, попробуйте поиграть, может быть, что-нибудь заработаете. Тут факультет, статус, все, правильных ответов, все это будет учитываться. Попробуйте поиграть, игрушка реально хорошая. И вон та же реклама. Ух ты ж, блин! Хоккей без правил. Кстати, давайте я сниму сейчас как раз обзор на эту игрушку. Ну, а с вами попрощаюсь. С вами был Дарья Дерева. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.